В Казахстане существенно подорожали коммунальные услуги. Почти все тарифы за год выросли в цене больше, чем на треть. По данным Финпром.кз, самый стремительный рост показало водоотведение. Отопление, холодная вода и вывоз мусора тоже подорожали на 30 с лишним процентов. Следующие строчки в антирейтинге заняли горячая вода и свет. Аналитики поясняют, эти сферы постоянно требуют крупных вложений, и это главная причина повышения стоимости услуг. Напомню, с прошлого года в стране действует государственный проект «Тариф в обмен на инвестиции», на основе которого коммунальщики и меняют цены.